Сегодня, 12 марта, в России работники уголовно-исполнительной системы отмечают профессиональный праздник. На рабочем месте сотрудников отдела охраны службы исполнения наказания побывала Саргылана Федорова. В лечебно-исправительном учреждении номер 5 под контролем каждый метр. Утром перед началом смены обязательный медосмотр, диагностика здоровья на метафорических картах – неотъемлемая часть работы. Метафорическая ассоциативная карта мы используем в качестве диагностического материала. Мы выявляем актуальное состояние. То есть это настроение, работоспособность, стрессоустойчивость, тревожность и так далее. Главный козырь отдела охраны перед буйными заключенными – надежное ограждение, полностью исключающее побег. Не за что удержаться и зацепиться. Мы находимся на периметре охраняемого объекта. Впереди нас находится ограждение из профлиста высотой 6 метров и противопожарное ограждение – козырек в виде бочка. Роняй! Смирно! Момент получения приказа до смены. Доклад начальнику караула. Перед тем, как заступить на пост, караульные заряжают оружие в специально отведенном месте. Здесь случайный выстрел исключен. Отрабатываются непосредственно действия часового на наблюдательной вышке при преодолении осужденными внутренних запретных зон. Также городок оборудован плакатами, местом заряжания, разряжания оружия и КПП по пропуску людей. Приняв пост на наблюдательной вышке, караульный становится часовым. И так днем и ночью, без выходных и праздничных дней, сотрудники несут службу по охране веренного объекта каждые 12 часов. Задача службы охраны – не только стоять на вышках с автоматами наперевес. 2 года назад для заключенных построили новую столовую, а в 2017-м отремонтировали общежитие. Сотрудники исполнительной системы помогают и в трудоустройстве. Все для того, чтобы заключенные в будущем полноценно вернулись в общество. Саргылана Федорова, Павел Пахомов, Якутск.